И вот так в Америке переводят где-то через дорогу. В школу. На перекрестке. Доброго времени суток. С USA, Канзас, штат. На канале Ирина Бауэр, дальнобой со мной. И у нас четверг. Всех с праздником жизни. Утро обычного дня, обычного города. Сегодня забирают мусор, потому что я вижу бачки мусорные возле дороги, где его возят. Местное время 7:55 и 49 по Фаренгейту. Это маленький городишко в Канзасе. Я что-то не усекла название этого города. Не могу сказать, где мы. Восход солнышка. Милость Господа обновилась над землей. Написано в Библии, солнце сходит над добрыми и над злыми. Бог не разделяет людей. Всех благословляет одинаково. Это уже зависит от человека, как он располагает этим благословением, что он делает с этим, да? Как он проводит свой день. Обычного моего дня рабочего.
дороги все заморочено, как-то все позакрывало, позакрывали здесь, и как смотришь, вроде бы вообще дорога закрыта, но на самом деле просто другая маркировка трафика. Я еду на городишко, называется Lyons, Канзас. Еще вот показывает 30 миль отсюда. Я благодарю вас за то, что вы со мной проехались. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. За то, что вы зашли ко мне, спасибо. Всем хорошего настроения. И я к вам вернусь.